5 до 10 вечера в городском парке на большой красивой сцене будет проходить праздник. Организаторы данного праздника – это администрация Полевского городского округа, управление культурой, Центр культуры и народного творчества и Центр по работе с молодежью «Феникс». Планируется очень много различных выступлений, порядка 30 коллективов нашего города. Традиционно начнется праздник с детской программы. На детскую программу мы пригласили гостей Екатеринбурга, участников шоу-проекта «Танцы», танцевальный проект «Funny Dance». Замечательные танцующие медведи, которые зажгут танцпол. У них 30-минутный блок, и они в течение всего праздника будут как бы ходить фотографироваться с людьми. И, как бы... А детская программа – это на какой возраст рассчитана? На 6+. Также для детей и подростков будет организован мастер-класс от культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский». Очень много будет розыгрышев, подарков, поэтому я думаю, что все останутся довольны приходить. День молодежи проходит под девизом «Яркий, жаркий, твой». Яркий, потому что пройдет фестиваль красок под нереальный кач диджеев «Венди Венди». То есть у нас также будет шоу барабанщиков. День молодежи в этом году празднуется только в северной части. В рамках празднования Дня молодежи состоятся спортивные мероприятия. Будет очень много различных мастер-классов. Также приезжают к нам приглашенные гости с Екатеринбурга. Это кавер-группа «Специи» и участник шоу «Песня не лето». То есть все желающие могут зажечь, потанцевать, получить удовольствие. Мы всех ждем на праздник молодости, красоты и хорошего настроения.